Спецслужбы Марокко предотвратили теракт. Местные правоохранители арестовали 10 членов террористической ячейки. Директор Центрального бюро судебных расследований сообщил, что нападение планировалось на 19 февраля. Его должен был осуществить 16-летний подросток, используя автомобиль, начиненный взрывчаткой. При этом в каком именно городе могло произойти, не уточнили. Однако известно, что целью экстремистов должны были стать госучреждения, гражданские и военные лица. Сообщается, что среди 10 арестованных – гражданин Франции, а также главарь группировки. В подпольном жилище преступник хранил арсенал оружия и боеприпасов.